Приморском крае активно ведется расчистка русел рек. В первую очередь тяжелая техника направилась в муниципалитеты, на которые обрушились основные удары водной стихии минувшим летом. Сейчас тяжелые экскаваторы, бульдозеры и погрузчики работают в Октябрьском округе и Спасске Дальнем. Спасске, где большие последствия были этого наводнения, сейчас уже прошли более километра по реке Спасовке в одну сторону, доноуглубили все, убрали те острова, которые имеются, сделали площадку, укрепили дамбу. Вот, то есть дальше работы будут идти по следующему берегу и с переходом уже на Спасский муниципальный район. Также наиболее пострадавшим районом от ливней в этом году стал Октябрьский округ. Новая техника направилась и на расчистку реки Струговка. В настоящее время техникой тяжелой осуществляется спрямление русла реки и расчистка самого водоема с целью улучшения пропускной способности его для снижения негативного воздействия вод. На объекте работают 3 единицы техники. В настоящий момент мы наблюдаем 2 экскаватора. Один экскаватор у нас с обыкновенной стрелой, второй с удлиненной для выборки грунта с более глубоких мест. Напомним, по инициативе главы Приморья для предотвращения наводнений в муниципалитетах края закуплено почти 40 единиц специальной техники. Еще одним важным шагом в профилактике потопов является одобрение инициативы Олега Кожемяка, позволяющей проводить местным властям превентивные мероприятия по расчистке русел рек и использованию грунта для укрепления дамб и дорог. Изменения в Водный кодекс Российской Федерации уже подписал президент Владимир Путин. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.